Йоу, писули, с вами я, Джиняша. Джиняша, добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы будем играть в Brawl Stars. Захожу такая в Brawl Stars. Началась золотая неделя. И тут очень много классно крутых предложений. Ребята, я увидела самое крутое предложение. По моему мнению, это большой набор золотой недели, который стоит 1790. Это только кажется невероятным. Ребята, выгода просто офигенная. Трудно не согласиться. Представляете, 14 ящиков, чтобы купить. Это вам надо 80 гемов, один ящик. 14 ящиков, это 1120 гемов. Давайте вам скажу, ребята, это вам нужно потратить 5600 рублей, чтобы открыть только мега ящики. Что, простите? Ребята, это реально выгодное, крутое предложение. И сегодня мы откроем все мега ящики, а также, ребята, в этом большом наборе, если есть возможность купить, то обязательно покупайте. А также тут прикольные новые скины вышли. Это Neko Bio. У меня, кстати, на Bio уже есть новый скин Божьей коровки, но вот это тоже очень круто. Какой-нибудь из них куплю. Ну и, конечно же, ребята, я хочу сегодня выбить себе очень классных каких-нибудь бравлеров, потому что у меня ни одной леги еще нету. У меня уже 27 бойцов. Вот, у меня только есть хрома. Хроматический это Колин и Белль. А легенд у меня, к сожалению, нету. Каких же бы я хотела себе питомцев? Я хотела себе персонажа, ребят. Во-первых, я очень хочу Спайка. Он легендарный. Я уже присмотрелась. Это прям очень прикольный персонаж в игре. Также я очень хочу Ворона, ребят. Я не знаю, когда же я выбью эту няшку. Он также легендарный у нас. И из хроматических я генерала Гафса хочу, ребят. Это просто топовая собачка. А также, ребята, напишите в комментариях, кого вы персонажа хотите получить и как долго играете в Brawl Stars. Ну а мы, ребята, начинаем. Сейчас, ребята, я закину себе денежку и куплю этот большой набор золотой недели. А перед тем, как я буду покупать, то, ребята, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Мы начинаем. Итак, ребята, я купила себе в магазине эту акцию и очень сильно сейчас расстроена, ребята. Буквально мгновение ока. Я решила с телефона себе купить раз-таки эту акцию. И у меня тут автоматически все открылось. Я даже это не записала. И, ребята, из 14 ящиков, которые есть, мне выпало всего 2 бойца. Я даже это не записала, ребята. Это реально просто печально. Я хотела вместе с вами открывать. Я хотела посмотреть вероятность выпадения, если можно менять бойца. Но они автоматически открылись просто, ребята. У меня вот было 27 бойцов. И у меня появились 2 бойца. Это новая Джеки. Вот, и да, смотрите, Джеки тяжеловес, достаточно очень классный персонаж, она сверхредкая. Блин, ребята, я просто сейчас очень-очень-очень просто расстроена. Еще одного персонажа мне дали хроматического, ребят, ну хоть одна радость, мне дали Лу, вот этого персонажика, так что, ребята, мне из 14 сундуков выпало всего 2 персонажа. Я сделала одиночное столкновение, посмотрю, как эти персонажи сейчас, крутые ли они вообще. Так, давайте посмотрим на Джеки. Что она тут у нас сделает? О, ребята, ну это удар у нее, конечно, очень сильный. Погнали. Мне этот персонаж вообще-то нравится. Очень, даже очень прикольно он выглядит. Сможем ли мы справиться с ней и выиграть первое место? Прям очень быстро. Удар у нее, конечно, очень сильный, если она рядышком будет. Так, берем баночку. Вау, ребята, вот это да! Все, ему капец будет сейчас, капец ему. Так, сейчас мы его убьем. Да, он меня убьет, наверное. Ученые назвали это естественным отбором. Убегаем скорее. Убегаем. Куда он пошел? Где он? Иди сюда. Сейчас мы ульту включим, ребята. Проверим ее ульту. Я его хотела убить, но ничего, так. У нас 3 бойца. О, Эль Прима. Так, опа. Опа, ребята, что? Блин, я не успела, но это первый бой наш, но мы выиграли второе место, ребят. В принципе, мне этот персонаж очень даже нравится. Давайте еще раз сыграем, посмотрим все-таки, насколько она крутая. Ну, удар мне ее нравится. Так, собираем. Так, нас уже 7 бойцов. Ой, слушайте, а что это тут? Ой, у нас орел такой гордый. Ой-ой-ой, нет. Блин, он мои банки забрал. Лучше не подходи ко мне, лучше ко мне не подходи. Так. Салам алейкум. Ребят, тут прям месиво уже начинается. Я вижу, тут все рядышком. Он за мной ходит. Опа. Опа, Джинямба убил этого орла гордого. Так, иди сюда, Мишка. Иди сюда. Давай. Опа, ребята, какая она сильная. Я офигею.
Слушайте, она реально очень сильная, и, в принципе, я довольна. Опа-на, ребята, я первое место выиграла, ура! Вау, ну ладно, ребята, Джеки крутая. Давайте, пока есть эти акции, во-первых, мы можем забрать подарок 200 монет. И давайте все-таки я вот эти предложения разовые куплю за 549 рублей 3 мегаящика и 4 мегаящика за 449. И, ребята, сейчас здесь уже на компьютере откроем. Так что, ребята, мы сейчас будем покупать вот эту покупку очков. Давайте, знаете, что я сделаю? Если у вас есть персонаж и дать ему очки, то, возможно, вам в дальнейшем выпадет бравлер. Нам дают сейчас 4 бокса. 3 бокса, 3 бокса. Так, первый у нас Джеки силы. И ничего нам не дали. Так, ребята, не автоматически просто открывается. Тут ничего нельзя сделать, невероятность никакую посмотреть. Тогда окей, открываем сразу. Так, очки нам дают разных персонажей. Очки, так, ну. Удвоитель жетонов X2. Ну, блин, а где бравлер? Еще бравлера хочу, пожалуйста. Так, раз, ну. И ничего нельзя сделать, ребята. Просто открываешь и все. Так, и кто же? И снова нам какие-то удвоитель жетонов. Так, у нас и так, это уже во много. Нам не дали ничего. Так, еще подарок мы монетки забираем. Так, давайте следующий сундук купим. В общем, я вот прочитала в комментариях, что если ты возьмешь персонажа, которым очень мало играл, и еще перед этим его улучшишь, тогда, возможно, у тебя появится какой-нибудь бравлер. И с ней, с Джеки, мы попробуем как раз-таки открыть еще один сундучок. Давайте еще вот этот мега-ящик. 449 рублей он стоит. Еще его откроем. Платеж выполнен. Мне еще дают монеты. Так, очки силы. О, ребята, сейчас я надеюсь, мне выпадет какой-то, ну, прям классный герой. Так, 6 предметов. Значит, тут, возможно, будет какой-то персонаж. Да. Так, это уже не 5 предметов. Очки силы для Эргора. Ребята, мигает. Раз, давай Лего какую-нибудь. О, ребята, нет. Это гаджет-перемотка. Шелли делает бросок вперед, преодолевая большое, чем обычное, расстояние. Зарядов на матч 3. Я думала, что мне как раз персонажа дадут. Ну, нет. Это был не персонаж. Так, второй. У нас еще 3 бокса, 5 предметов. Так, денежек у нас просто очень много. Бул получает силы. Байрон получает силы. Динамайт. Так, Биби. Нет. Я сейчас расплачусь. Нет, ребят, ничего, ничего. Я уже надеюсь, ну, хоть кто-то выпадет. Мне 6 предметов. Это уже хорошо. Розочка. Силы Фрэнку, Спруту, Карлу. Да, да что, гадж. Ты получаю, тоже получила Шелли. Стрельба по тарелкам. После активации следующая основная атака Шелли будет сосредоточена на меньшей площади, а ее дальность увеличится, зарядов на матч 3. Но, я вам хочу сказать, Шелли достаточно прикольный, классный персонаж. Ну, где новые бравлеры? Я охочусь за бравлерами. Я надеялась, что я получу бравлеров. Все просто автоматически открывается. И все. Все, ребята, я открыла. Ребята, я потратила 2790, и мне всего выпало 2 бравлера. Классный хроматический лун. Я думаю, он очень классный. Так что посмотрим, какой он у нас в игре. Мы можем, кстати, Леона купить бойца. Не знаю. Заманчивое предложение, кстати. Или мне все-таки купить скины. Ребята, как вы считаете, что мне сделать с этими гемами? Дать какие-то новые акции, сундучки? Или как раз-таки, возможно, купить Леона? Или мне купить новые скины? Пока они есть. Как вы думаете, пишите в комментариях. Сейчас мы посмотрим Лу. Так, Лу. Лу с мороженым. Смотрите, какой он красивенький. Да, мне он нравится. Так, кстати, ребята, у нас тут есть сундучок. Давайте мы его откроем. Может, здесь мне что-нибудь выпадет. А, нет, не выпадет. Нет, ничего мне не выпадет. Объяснить этот факт действительно невозможно. Так, окей, давайте сейчас мы попробуем Лу сыграть и посмотрим, какой он наш персонаж. Первая игра. Первая игра с Лу, Женяша. Так, ага. О, прикольно. Так, опа. А ну-ка, иди отсюда. Это мои баночки. Слушайте, ну он прикольный. Он хроматический, ребята. Хрома сразу выпала. Очень круто. Так, идем. Идем, не будем здесь палить себя. Он замораживает мороженым своим. Оп. О, у нас уже столкновение. Ого. Так, смотрим, где кто. Опа. А, вон она, наша красавица. Я даже ульту еще не увидела, ребят. Так. А, вот, сейчас мы увидим ульту. Раза два надо попасть. Иди сюда. Боится меня. О, ребята, смотрите, она просто ничего не может сделать. Вау. Ну просто, ребят, 100% победа. Да, я лучше всех.
Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Все, супер, ребят. Лу очень классный. Первое место сразу. Это очень классно. Круто. Нам еще один есть сундучок. Сейчас же нам дают двойные жетоны. Очень классно. Так, ну мне опять какие-то бонусы дадут. Да, бонус удвоитель жетонов. Так что, ребята, сегодня вот такое видео было. Воспользовалась я всеми акциями золотой недели. Посмотрим, что будет дальше. Но получила всего двух персонажей. Джеки и Лу. Ребят, мне кажется, я очень классных персонажей получила. Как вы думаете? И также, ребята, напишите мне в комментариях, как вы думаете, что мне сделать? Дальше копить геммы и какие-то сундучки? Или мне все-таки купить на скин Би? Или купить легендарного персонажа? Правда, там неделя, один день акция. Но Джеки очень тоже классная, мне очень понравилась. Так что, ребята, вот такой видосик мне сегодня был про Бравл. Всего два героя, но все же очень даже достаточно классно. Если вам понравилось это видео, ребята, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А с вами была Женяша. Всем пока, котики, лавки, мейки, сурим. А я дальше буду прокачиваться в Бравле. Всем пока. Пока-пока-пока. Конец. Эту фразу услышат только лучшие люди планеты. Подпишись, поставь лайк, если тебе понравилось. Это важно. Слышишь? Это важно. Подпишись, Кисуля.